Здравствуйте! Сегодня я вам буду читать продвинутый Kotlin для Android-разработчиков. На кого нацелен этот митап? На тех, кто недавно начал работать с Kotlin или же пришел на него с Java? В общем, для тех, кто уже пишет код, но, допустим, у вас не было времени вдаваться в какие-то особенности языка, да, как бы... Все мы работаем и учимся новым технологиям параллельно. Вот, надеюсь, этот метап вам поможет. Представлюсь. Меня зовут Соловьева Варвара. Я вот уже месяц как работаю в Uber, чуть побольше. Прикольно. До этого работала полтора года в австралийской компании CarSales. У нас там было около 5 приложений с общей модульной базой. Вот, и Legacy-приложение тоже было на Java. Также работала где-то в 4 стартапах. В общей сложности было и весело, и не очень. Что мы с вами сегодня охватить? Да, вот наши цели. Null safety, safe calls, safe class casting, mutability и immutability, inline functions, inline classes и sequence. Хочу отметить, что примеры кода, которые будут в презентации, они написаны на псевдокоде, да, чтобы не захламлять визуально всеми конструкциями и так далее реальными. Я думаю, вы поймете. Вот, если будут вопросы, обязательно, пожалуйста, пишите в чатик. Я отвечу потом, когда все дочитаю, смотрю комментарии и на все отвечу. В презентации в некоторых местах будут ссылочки. Я потом поделюсь с вами презентацией, так что вы сможете их, так сказать, прочитать. Начнем. Null safety. Какая вообще цель была у авторов языка Kotlin? Да, они хотели избавить нас, смертных, от двух самых страшных ошибок и болей Android-разработчик, это null pointer exception и class cast exception. Да, те, кто работали на больших проектах, знаете, что у вас там Firebase загружен вот в большей части такими ошибками. Как, в общем, сдизайнили, так сказать, авторы язык таким образом, да, как вообще может возникнуть null pointer exception у нас с вами в Kotlin? Если мы прямо, так сказать, вызовем throw null pointer exception, если мы начнем пользоваться замечательным оператором с двумя восклицательными знаками активно, если мы случайно передадим в конструкторе this объекта, который еще не инициализировался, потому что this не сможет вам подчеркнуть, что объект еще не создан, да, и всякие проблемы взаимодействия с Java. Например, обращение к функции nullable, которая на самом деле таким образом не помечена. Соответственно, мы ожидаем результат not null, а нам приходит то, что приходит. Вот. Поподробнее о взаимодействии с Java. Хоть это немножко и вне цели нашего митапа, но я думаю, что нам нужно... всегда быть осторожным с Java, особенно ребята, которые сразу пишут проекты на Kotlin. Да, у вас может возникнуть идея, что, в общем, Kotlin язык замечательный и все хорошо, а как поработаете с какой-нибудь библиотекой, да, которая написана на Java, а у нее есть оберточка на Kotlin, да, в общем, там возникнут проблемы. Итак, что у нас происходит с Java? Мы с вами не можем быть уверены, что результат функции не null, если нет соответствующей аннотации. Если у вас аннотация не помечена, параметр или метод, что он not null, или что он nullable, да, мы с вами не можем никак вообще понять поведение данной функции. И, соответственно, можем совершить ошибку. И Java, соответственно, она тоже не знает ничего про null safe поведение Kotlin. И вполне возможно, что если мы в Java кладем что-нибудь в коллекцию не null, да, видим, что у нас нет вопросительного знака в стринге, Java совершенно спокойно может пихнуть туда null, и мы с вами
очень удивимся. Вот. Какое решение нам предлагают авторы языка? Все оборачивать в аннотации соответствующей. И подробнее можно посмотреть в официальной документации в разделе Calling Java from Kotlin и наоборот, Calling Kotlin from Java. Приведу пример из жизни, так сказать, приколами с Java. Значит, у нас есть код из DataVine, который сгенерировался. Он написан на Java. И у нас, значит, есть layout для таблетов, который лежит в папочке, layout 600dp, и layout нормальный для телефонов, который лежит в соответствующей папочке layout. Для таблета мы пихаем два фрагмента на экран, ну, стандартно лист и фильтр. Да, и для телефона просто показываем лист. Вот такая у нас логика экрана. Все работает прекрасно до того момента, как пользователь решает воспользоваться нашим приложением с телефона Samsung Foldable. Да, это такой телефон, у которого экранчик раздвигается, как раскладушка. Прикол в том, что когда пользователь заходит на экран, у нас код думает, что это телефон. Соответственно, layout, который ему подгружается, это вот этот лист XML, не 600dp. Ну и отлично, значит, пользователь скроллит что-то там, потом решает раздвинуть экран. И в этом моменте, так сказать, приложение радостно крашится. Почему? Потому что у нас с вами перерисовывается layout. Срабатывает он layout change listener, который стоял на этом экране. И вот эта вот переменная из таблет, она уже у нас говорит, что это таблет. Потому что ширина же изменилась. Да, это переменная просто считала ширину экрана и по этому поводу определяла таблет у нас или телефон. Да? Вот у нас уже таблет, а это значит, что вот second fragment container, который у нас есть для таблетов, хочет туда добавить фрагмент с фильтром. И не может, потому что, в общем, ну, у нас second fragment container. Ну, мы подумали, хорошо, прекрасно, отлично, мы же, у нас же в Kotlin все хорошо. Поставили мы с вами вопросительный знак, да, safe call, и все равно крашится. Почему так? Потому что код в дата-байндинге, он уже сгенерировался на Java. И дата-байндинг нам доверяет, что мы поставим нужный layout, да, и нужный сгенерированный код нам будет, так сказать, доступен. Вот. Но дата-байндинг сам ничего не знает про то, какой там layout, есть ли что-то или нет. В общем, неудобная ситуация. Second fragment container всегда у нас не null, а на самом деле он null. Вот. Надо помнить о Java и, соответственно, избегать такого рода дизайна. Так, ну что, поедем дальше. Следующая причина null pointer exception в Kotlin – это замечательный оператор с двумя восклицательными знаками, который, если честно, ну, как бы по опыту люди, которые переходят с Java, да, они просто его ставят везде, где им нужно. Вот. Но это не очень хорошая практика. Вот. Я здесь сошлюсь на официальную документацию. Что нам пишут здесь авторы языка? Пишут они нам примерно следующее. Если вам нужен null pointer exception, прям вот нужен он вам, используйте этот оператор. Что это значит для нас с вами, для пользователей языка? Для нас это значит, что если нам не нужен null pointer exception, если наше приложение не сдизайнено на то, чтобы перехватывать этот null pointer exception или еще что-то, то не надо использовать оператор двумя восклицательными знаками. Даже если мы предполагаем, что значение может быть не null, оно вполне может быть в какой-то момент null, и у пользователя скрашится приложение, и он злой поставит нам одну оценку в стории, одну звезду, и еще напишет пожелание смерти программисту. Вот, да, нам это не нужно. Итак, если мы с вами не используем два восклицательных знака, что же нам нужно использовать? А использовать нам надо оператор, вот, вопросительный знак и точечка, так называемый safe call.
Мы, в принципе, знаем уже, как использовать его с переменными, как использовать его с Android API, который Kotlin обернул, соответственно, в свои функции. Но для того, чтобы все, как бы весь дизайн наш работал так, как задумывалось, нам самим нужно писать наши функции, да, nullable, потенциально, которые бы возвращали бы null, чтобы мы полностью могли воспользоваться возможностями языка. Идея такая. У нас предполагаемый, да, допустим, у нас интерфейс, предполагаемый, что у нас юзер будет возможным нулом. Ну так давайте сделаем функцию таким образом, чтобы подстраховаться. Следующее. Как же и где нам писать такие замечательные nullable функции? Да, ведь авторы Kotlin уже постарались, обернули API в nullable функции. Нам только нужно пользоваться. Вот, сейчас приведу пример. Вот, допустим, у нас с вами стандартная ситуация. У нас recycler view с разными типами элементов. Например, не знаю, страница деталей товара, там, спецификация, не знаю, hero, все такое. Да, ну, допустим, как здесь у нас header, footer, сам item, не знаю, вьюшка с рекламой, еще что-нибудь. И, допустим, у нас есть задача от партии, чтобы мы при скролле поставили на паузу веб-вьюшку от view, и прекрасно мы во view-модели нашли где-то эту позицию, где у нас в этом списке должен быть от, и даем инструкцию нашему адаптеру эту позицию найти и, так сказать, совершить нужные действия, поставить на паузу. Прекрасно, шикарно. А, в принципе, адаптер обычно, в большей части случаев, может нам гарантировать актуальность информации о том, какие итемы в нем лежат. Вот. Но это не всегда возможно. Почему? Потому что для того, чтобы адаптер уведомить об изменениях, которые мы совершили, мы должны вызвать один из методов notify. Возможно, в каком-то месте из нашего кода мы забыли вызвать его. Если у нас есть несколько точек входа, так сказать, в редактирование листа, можем случайно отредактировать что-то и забыть кинуть notify item changed или еще что-то, или использовать notify неверный. Или банально адаптер не успеет обновить информацию в тот момент, когда мы запрашиваем. Например, мы, не знаю, в одном месте поставили handler post notify, да, в другом месте не поставили, соответственно, немножечко треды перераспределились по-иному, чем мы предполагаем. И в любом случае, в момент, когда мы просим item, у нас говорит, нет у вас ничего, index out of bound exception или class cast exception. Да, допустим, мы ожидаем, что в такой-то позиции будет add. На самом деле список уже перерисовался 100 тысяч лет назад. И там уже не add, а footer какой-нибудь. Да? Мы с вами, допустим, можем перестраховаться насчет того, что это типа add. Да, но здесь все равно у нас с вами будет index out of bound exception и будет крашиться. Вот, что же нам делать-то с этим? Kotlin со своим дизайном null safe помогает нам решить эту задачу довольно легко. Таким образом, можем взять сами и написать функцию для адаптера, которая будет нам возвращать null в случае, если искомый item не обнаружен. Да, то есть мы с вами в этой части кода решаем проблему index out of bound exception, и в этой части кода решаем проблему class cast exception. И таким образом, если что-то крашанется, то крашанется, наверное, здесь. Вот мы подстраховались. Вот. Давайте посмотрим, сравним имплементацию getItem и getOrNull. Вот у нас обычный getItem. ItemListPosition, который эквивалентен ItemListGetPosition. И, как видим, list item у нас возвращается без вопросительного знака, то есть не null. И давайте посмотрим на имплементацию getItemOrNull.
В данном случае мы с вами воспользовались Kotlin Extension функцией из стандартного пакета Collections, который getUrnull. Но мы, в общем-то, сами с вами можем писать подобные функции там, где нам надо. Каким образом? Вот таким вот. Все просто. Да? Имплементация довольно простая. Да? Видим, что здесь мы возвращаем потенциально нулы там. Прекрасно. Или мы можем воспользоваться другим паттерном get or else, чтобы вернуть какой-то дефолтный item. О get or default. Да? В разных местах есть разные методы на этот счет, там, в коллекциях свои. Вот. Я рекомендую вам исследовать эти методы. Они вот, всякие разные. Идея одна. Нам проще, если что-то пошло не так, нам проще с вами вернуть null или какое-то дефолтное значение, чтобы null, если мы возвращаем null, у нас с вами метод красиво останавливается в точке проблемы, так сказать, и дальше не идет, и краша не происходит. Если нам нужно какое-то значение все-таки отображать, да, get or default, get or else, и, например, если нам все-таки нужно обработать ошибку, мы можем воспользоваться другими штуками, как, например, состоянием. Вот об этом чуть попозже. Так. Мы с вами немножечко посмотрели safecast, да, в предыдущем примере. Вот здесь вот. Да, сейчас поподробнее его разберем. Давайте представим, тоже такая ситуация, прям много краше было таких. Вот. У нас с вами view-модель, в которой мы запрашиваем данные, постим их в нашу result list live data в обертке state, да, чтобы потом, ну, как обычно, обработать во вьюшке on error и on success. Да, вот наш класс state, success, error. Обычно что мы с вами делаем? Да, мы вот в bind view или там on view created, в общем, где вы это делаете, мы подписываемся на live data из view-модели, и если он success, то, соответственно, пушим данные в адаптер, если он error, то мы показываем error view. Прекрасно, шикарно, никаких проблем нет. Проблемы возникают в тот момент, когда нам приходит задача что-то там сделать с этой скачанной live-датой, точнее, с датой, которую мы запихали в live-дату. И, допустим, вот у нас с вами есть listener, он scroll, и мы хотим обратиться к данным в лайфдате и что-то там найти, пофильтровать и так далее. А данные у нас с вами лежат в обертке state. И мы думаем, ну хорошо, раз я в этом моменте времени и жизни нахожусь, что я в скролле что-то там отловил, то точно у меня же должно быть все уже хорошо, все должно быть скачано, все должно быть state success. Значит, я могу просто откастовать красиво без вопросительного знака, и все будет работать. Вот, но жизнь не такая. Мы с вами полагаться на это не можем, потому что, возможно, у одного пользователя из, не знаю, 10 тысяч интернет очень медленный, или, там, не знаю, ресурсы машина решила распределить иначе, чем на вашем собственном телефоне, на телефоне ваших ПУА. Или просто кто-то после вас решил добавить какой-нибудь еще один state, типа on token expired. В итоге у вас получается, что в каком-то моменте жизни у вас эта функция on scroll action будет крашиться, потому что state не success, а какой-нибудь другой state. Ну и safecast Kotlin нас спасет от этого. Если мы перестраховались, у нас все будет хорошо. Да, если мы говорим, что мы ожидаем, что если мы скроллим экран, у нас уже все скачано и state success. Мы предполагаем это. Ставим здесь вопросительный знак, и, соответственно, дальше у нас эта часть кода становится потенциально null, и мы ставим сейф-колы дальше, и ничего у нас не крошанется. Следующая концепция, о которой хотелось бы поговорить, это mutability и immutability. Прошу прощения, мой
английский. Этот концепт нам знаком по переменным, по концепту final переменных из Java, да, и final классов. В Kotlin, кстати, все классы по умолчанию final. Так, все, прошу прощения. В Kotlin все классы по умолчанию final. Нельзя просто так от них наследоваться. Нужно их прям прописать, что не open. Вот. Так как Kotlin советует нам вместо наследования расширять классики интерфейсами. Вот. В общем, в Kotlin этот концепт final расширен еще больше до коллекции. Вот. Опять же, сошлюсь на рекомендации из официальной документации, что они от нас хотят. Всегда предпочитать immutable значения mutable значениям, то есть типа защищенные значения, нередактируемые значения, редактируемые. Локальные переменные мы должны определять как final. Val — это аналог final. Если у нас они не изменяются после инициализации. А если они изменяются после инициализации, если это, допустим, переменные модели, у нас у Kotlin есть другой способ того, как, собственно, менять эти данные без того, чтобы случайно что-то там накосячить, скажем так. Вот. И нам рекомендуют использовать immutable collections везде, где можно. Вот. Тоже если мы с вами с дизайном код таким образом, у нас будет меньше ошибок. Почему? В чем вообще суть этого? Почему нельзя нам редактировать наши переменные, которые мы сами сделали? Вот. Если мы не ограничим редактирование только определенными тестированными точками входа, то есть конкретными методами, что получится? Мы с вами можем не быть уверены о том, что результаты наших изменений будут сообщены всем подписчикам, да, именно в таком порядке, в каком мы этого ожидали. Также больше шансов ошибиться и забыть что-то сделать. Например, если мы в 53 местах что-то там добавляем в item list в адаптере, мы просто можем забыть написать notify, да, и поскольку у нас потом QA проверил приложение, у нас все нормально, да, в общем, мы про это и забыли до первого краша, так сказать. Вот. Ну и, опять же, тестировать очень тяжело. Мы знаем, что залог хорошего поддерживаемого кода — это тест coverage, нам нужно иметь тесты на все методы желательно, но есть такой код, который невозможно тестировать, да, если у вас переменные меняются в других местах, вы не сможете изолировать этот кусочек метода и протестировать его. Да, это будет просто боль, и кровь из глаз и все такое. Ну и поддерживать тяжело, потому что когда вы работаете не один над кодом, а вас там двое, трое и больше, сразу возникают приколы, что человек, который после вас придет писать чего-то, он не сможет, возможно, даже не сможет догадаться, что нужно обратиться там к вам и спросить там, а вот смотри, я что-то тут сделал, все ли я правильно сделал. Может просто не подумать этого. Он выполняет какую-то конкретную задачу. И, в общем, в итоге у нас с вами получится краши и баги и все такое, и поведение не регулярное. Вот. Сейчас вот личный пример приведу вам. Я, когда начала работать на Kotlin, это было посередине проекта, у нас уже было написано куча всего, там 100 экранов на Java, и мне ментор говорит, что все, забудьте Java, прям чтоб начала писать мне классы на Kotlin. Ну, и я посмотрела видео в LinkedIn, там, где шаг за шагом показывается то, как мы, ну, обычно пишем наши классики в Android, Activity, фрагмент, адаптер и все такое. Вот. Ну и плагинчик у студии есть, да, который код на Java автоматически конвертит в Kotlin. Так что я, в общем, думала, что ну, все отлично. Если я что-то не понимаю, я сейчас напишу это на Java, сконвертну в Kotlin, и все, я молодец, знаю Kotlin.
В итоге я, когда дошла до листа и решила сделать то, что мы пишем все в Java, вот это вот final list list, new array list. В общем, в Kotlin написала то же самое, list list, array list. И узнала, что нельзя ничего добавлять в листы. Чтобы что-то можно добавить, нужно прописать, что этот лист должен быть редактируемым, то есть mutable. И в mutable коллекцию можно класть, а вот в new mutable нельзя, пишет error. Какой вывод я из этого сделала? Ну, как, раз нельзя пользоваться листом, как мы в Java им пользуемся, значит, не надо им пользоваться. Значит, надо пользоваться mutable list. Вот, этот mutable list я пихала и в адаптер, и в дата-модель, и, в общем, везде. Да, мне же надо редактировать, мне же надо что-то добавлять, управлять правильно. Для моих нужд мне нужен mutable list, думала я. Вот, но, к сожалению, это нам аукается потом несоответствием списка и адаптера, да, как вот в примерах, которые мы до этого смотрели. Почему так происходит? Да, собственно, из-за того, как выбираются приоритеты в запуске тредов, если данные изменяются в двух разных местах, мы не можем гарантировать с вами, что для 100% пользователей последовательность исполнения будет одинакова. Ну и, как я уже говорила, можно просто забыть о том, что данные изменены, и не пихнуть туда notify или еще что-то. Вот. В общем, в целом, идея такая, что нам с вами помнить о правильной синхронизации данных очень сложно. Особенно, когда человек решает какую-то изолированную задачу, там, hotfix создать и загрузить версию, вот, потому что люди ждут. Идея такая, в общем, если что-то неправильное делать можно, оно будет делаться, сколько статей и рекомендаций не пиши. Вот, поэтому мы должны с вами запретить нам ошибаться. Вот это наша задача с вами в Kotlin. Давайте посмотрим. У листа есть замечательная функция toMutableList. Давайте посмотрим, что же она делает. А делает она следующее. Она возвращает нам копию нашей коллекции, то есть новый ArrayList со всеми итогами нашей коллекции, с которыми мы потом можем взаимодействовать. Это очень удобно. Почему? Например, нам нужно с вами обновить LiveData, и вместо того, чтобы запрашивать ее значение, что-то там менять, мы просто постим измененную копию предыдущих данных. List, mutable list, apply, add, не знаю, чего-нибудь. Таким образом, мы с вами ограничили редактирование одной точкой входа, которая точно уведомляет подписчиков об изменении. Все, мы перестраховались. Следующее. Представим, что у нас с вами есть моделька, которую мы скачиваем с сервера, отображаем. Мы можем ее редактировать и закачивать обратно. Ну и мы думаем, отлично, почему бы нам не сделать все редактируемым, мутабельным, так сказать, везде прописать var. Но мы же редактируем это, правильно же? Мы же изменяем, значит, должно быть изменяемо. Как только мы придумаем такое замечательное дизайнерское решение, у нас возникает ситуация, когда кто-то, возможно, и мы потом, через 100-500 лет, забыв все, можем решить написать что-то подобное. Да? Забираем данные из LiveData, что-то там меняем и оставляем. Прекрасно. Да, это у нас студия не ругнется, все красиво. Прекрасно. Результат этого кода может быть отображение неактуальных данных или публикация неактуальных данных. Kotlin помогает нам запретить ошибку, ограничив редактирование с помощью val. То есть мы говорим, что не надо редактировать val. Все, прекрасно. Таким образом, когда мы решим написать этот замечательный код, у нас студия ругнется и скажет, что нет, извини, пожалуйста, так не делай.
А как делать? Нам же с вами все-таки нужно изменить данные и закачать модель на сервер. Вот. Kotlin предлагает нам воспользоваться замечательным методом copy, который позволяет скопировать объект с изменением некоторых его переменных, которые нам нужно поменять, и оставив остальные точно такими же. Возможно, вы что-то такое писали на Java. Я помню, там, километровые методы, такие замечательные методы проверки, которые в случае несоответствия, если, соответственно, require null не проходит или require не проходит, предлагает Kotlin для того, чтобы мы могли себя проверить, они нам кидают ошибку. Эту ошибку мы отловим сразу в моменте компиляции. Это, во-первых, нам удобно для облегчения тестирования, потому что если мы пихнули в метод require, и метод нам будет кидать throw, это очень легко проверить потом в тесте. Прям легче легкого. Для самой разработки это удобно, потому что, все понятно, хорошо, там шрифт такой красивый, наклоненный, лямбдочка, в общем, сложно не заметить. А для поддерживания тоже хороший код, да, потому что, опять же, сразу все понятно. Принцип здесь, наверное, такой, как в Python. Вот в Python, те, кто работает, вот у вас там есть всякие require методы. Можем с вами заметить, что в последних обновлениях студии у нас появились прикольные методы requireActivity и requireContext. Да, у них точно такой же принцип работы. Если в какой-то причине activity не найдено в этом моменте кода, у нас будет с вами exception, и мы его сможем обработать, избавить нас от проблем с дизайном. Давайте посмотрим на имплементацию. Require кидает нам illegal argument exception. И в этом, в общем-то, его и суть. Да? Мы проверяем, что у нас аргументы метода все в порядке. Отличные аргументы метода. Идем дальше по коду. Если аргументы метода не отличные, то кидаем ошибку, чтобы программист ее нашел, заметил и все поправил. Вот. И check кидает нам illegal state exception, потому что check проверяет состояние. Например, check is logged in. Соответственно, пользуясь вот этими двумя методами в их вариации, мы сможем аккуратненько и красиво оформить наш код и, соответственно, тестировать его потом очень удобно. Следующая интересная штука – это оператор Elvis, которого вы, скорее всего, знаете уже. Вот. Но что интересно, что в последней Android студии, когда мы с вами пишем два восклицательных знака, нам предлагают автозаменить два восклицательных знака на Elvis и Return. Это очень удобно, потому что что у нас происходит? Если у нас это значение по какой-то причине оно null, мы с вами просто не выполняем этот код, не идем никуда. Очень удобно. Но мы можем еще воспаривать с run и с throw. Да, с run тоже очень-очень удобно. Если у нас, не знаю, detail request null, можем push null view state или, не знаю, view model fetch. Прекрасное решение. И если нам прям надо кидать exception очень сильно в нашей жизни, тоже оператор Elvis и throw exception. Очень удобно. Пользуйтесь. Так, наверное, подытоживая, когда мы с вами сами пишем наши классы и методы, нам лучше, если мы будем это делать точно так же, как Kotlin дизайнит свою API. Что это значит? Да, если мы ожидаем ошибку, например, там, не знаю, проверяем список итемов, видимых на экране, и нет ни одного с типа mass, когда мы с вами запрашиваем getAts, проще вернуть null потенциально, да, чтобы исполнение метода споткнулось о save call и дальше не пошло, и у нас ничего не крашанулось. Если у нас ситуация, что нам нужно какое-то там значение вернуть, можем воспользоваться getOrDefault и таким образом тоже избежать ошибки.
Но если бывает так, что нам даже это стандартно, что нам нужно обработать некорректное состояние, да, там, показать вьюшку соответствующую или диалог, мы оборачиваем с вами наш результат в state, как мы его определили где-то далеко. Ну, ладно. Оборачиваем в state или, например, в котлиновский классик result. Я, кстати, очень рекомендую вам прямо открыть Android Studio, найти класс result Kotlin и посмотреть его имплементацию, посмотреть на его методы, какие у него есть, очень показательно. И, соответственно, в исключительном случае, да, если у нас действительно какая-то некорректная ситуация, которую мы не предусмотрели, нам нужно кинуть exception, да, и работать уже с exception. Здесь, наверное, все то же самое, да, как с нашим методом get или get or null. Метод get нам кидает ошибку, get or null возвращает null. Продолжая тему обработки состояния, давайте обратим внимание на использование seeded классов. Seeded означает, что мы с вами создаем что-то вроде абстрактного класса, который запрещает своим детям создаваться вне его. То есть это такой enum с параметрами. Мы используем seeded классы для определения state и для регистрации ивентов. Да, вот здесь можете посмотреть пример с ивентами. Возможно, это outdated немножко, да, потому что с ивентами, например, предлагается работать с Kotlin Flow, но, в принципе, идея она такая же, да, что нам нужны seeded классы. Таким образом, мы можем потом легко подписаться на обертку и с помощью when is. Посмотрим на имплементацию стандартную без использования seeded классов. Да, вот у нас classic state. У него есть enum с типами и есть static-методы, которые создают, соответственно, да, state-error, да, state-success. В общем, все то же самое прекрасно может функционировать. Да. Но прикол здесь в том, что как только вы начинаете расширять, так сказать, типы вашего not-seeded state, у вас начинает расширяться конструктор, потому что вы же должны, вы будете создавать класс одного типа, который должен играть и на дуде играть, да, и швец, и жнец, и on error нам, и success, да, поэтому этот конструктор у вас будет километровым. И следующая штука. Посмотрим. Здесь, в state, мы с вами говорим, что value, который у нас будет в параметре success, он не null. И что параметр exception у нас не null. Что это значит? Это значит, что мы гарантируем не null значение, потому что сам класс success не может создаться, если его value не null. И то же самое, сам класс error не может создаться, если его value не null. И у нас, нам студия не даст это сделать вообще никак. И таким образом здесь, когда мы подписываемся на результаты нашего seeded классовой обертки, мы гарантированно забираем не null value и гарантированно получаем не null exception. В не seeded случае мы с вами такого получить не можем. Мы не можем гарантировать передачу не null value и не null exception. И потому что вот в state success мы с вами помним, что мы передаем value. Но класс-то нам ничего не знает про это. У него value потенциально null, и exception у него тоже потенциально null. И, соответственно, нам приходится здесь использовать оператор с двумя восклицательными знаками и полагаться, доверяться, что, значит, static метод никто потом не перепишет, сделав, например, не знаю, exception потенциально nullable. Вот. В общем, здесь у нас потенциальная ошибка. Следующая дизайнерская фишка, которую бы хотелось рассказать, это inline-функции. Они же встроенные функции. Inline-функции обрабатывают данные только внутри себя.
они не являются объектом, то есть юнитом. Они не хранят ссылки на внешние переменные. И, соответственно, не выделяется память, да, на эти замечательные внешние переменные. И не выделяется память на создание нового объекта, функции. Таким образом, исполнение inline functions, оно быстрее. И для нас, для программистов, более наглядное и простое использование, потому что это у нас лямбда, да? Из лямбды можно вернуться, кстати. В inline-функциях нельзя возвращаться из лямбды. И можно воспользоваться вот такой вот штучкой reified type, когда мы типизируем. Это у нас обратится к Java Reflection. И таким образом мы с вами можем сделать внутри inline-функции проверочку на то, что, не знаю, t is класс такой-то, да, точка класс Java. В не inline функции не могут воспользоваться reflection. В чем вообще суть, да, inline функции? Что значит inline? Что значит встроенная? Чего она куда там встраивает? Сейчас покажу пример из документации, опять же, официальный. Да, вот у нас есть с вами функция, которая для нас выглядит таким образом. А в компиляторе у нас она превратится в типа такого последовательного исполнения шагов функции, да, то есть вместо функции функция будет преобразована, распакована в шаги своего собственного исполнения. Это, с одной стороны, очень удобно, с другой стороны, опасно, потому что если мы с вами начнем вызывать из функции log саму функцию log, мы можем так ее вызывать самой нашей смерти, и никогда в жизни, да, у нас пока еще студия не показывает, что мы случайно что-то там рекурсивно сделали. Наверное, потом они сделают это. Вот. Но пока сейчас осторожно. С inline-функциями нельзя вызывать другие inline-функции. Вот. Аккуратно с этим. Идея inline-функций мы с вами для чего обычно их используем? Мы с вами обычно используем их для наших экстеншенов, для, не знаю, работы с коллекциями, еще с чем-то. Сейчас приведу такой пример жизненный. Вот. Допустим, у нас есть с вами такая ситуация, у нас есть лист, и нам нужно что-то сделать с ним, если он не пустой. У нас есть функция let, которая... Да, возвращает нам здесь it не нуло. И потом мы, значит, должны проверить, что это еще и не пустой лист. Ну и надоедает нам писать каждый раз такие вещи. И мы хотим создать что-то вроде let not empty. Да, и здесь что-то делаем и уходим навсегда. Как это сделать? Очень просто. Пишем нашу собственную красивую inline-функцию. Если лист у нас из null or empty, точнее, не из null or empty, тогда возвращаем блок нашей функции. Если нет, то, соответственно, ничего не произойдет. Как я уже упоминала, из невстроенных функций, то есть если мы сделаем то же самое, только уберем inline слово, из них мы не можем выйти, из этих функций. То есть если функция что-то возвращает, тогда да. Но так просто нельзя выйти. Значит, итого, обычно мы используем inline-функции, когда нам что-то нужно залогировать. Да, вот у нас была ситуация с... Вот, например, require not null. Логируем. Это тоже очень частое использование. Если нам нужно что-то отфильтровать, по классу, по состоянию, если нам нужно работать с коллекциями, и также если нам нужно написать функцию типа scope, да, то есть ограничить наше выполнение при каких-то там условиях. А вот let not empty – это у нас scope функция. Вот, в общем, предлагаю вам пользоваться в ваших extension функциями inline там, где нужно. Вот. И не забывать про verified. Если вам нужно в каком-то моменте, вам нужно проверить, что вот этот ваш классик E – это, не знаю, определенный класс,
да, вам нужна будет инлайн-функция для этого. Вам студия там сама подскажет, что это нужно сделать. Так, если у нас есть инлайн-функции, чем же занимаются инлайн-классы? Чего они, куда встраивают? Встраивают они значения, которые являются их собственной единственной переменной. И это значение они оборачивают собой, то есть классом, типа интерфейсом класса. Опять же, тут все в документации. Значит, inline-классы — это у нас функция пока экспериментальная, она в стабильной бете сейчас. Наверное, где-то к маю, к июню она выйдет, если верить разработчикам. Что это вообще такое? Это у нас Final Value-Based класс, то есть нередактируемый класс, основанный на его значении. Обертка такая. Значение класса, которое оборачивает этот inline-класс, оно тоже final, да, то есть мы не можем его менять. Inline-классы могут внутри себя декларировать функции и переменные, но эти функции и переменные, они будут основаны на том единственном значении, из которого сделан этот собственный класс. У inline-классов есть блок init, и они могут имплементировать интерфейсы. Но только имплементировать интерфейсы не может наследоваться ничего, потому что он final класс. Пример, который я прочитал один раз на медиуме, он мне очень понравился, это про широту и долготу. Прошу прощения. Вот у нас есть такая функция замечательная, fetch by location, и мы в каком-то месте ее вызываем. Да, мы с вами очень счастливые люди, если у нас идея нам подсветит и здесь подпишет, что вот это у вас там то-то, это то. Да? Возможно, она не подсветит. Возможно, у вас код не до конца прогрузится или еще что-то. Или, не знаю, вы очень уставшие программируете и перепутали вот одно значение с другим значением. Что нам бы, по идее, надо было бы сделать для того, чтобы избежать потенциальной ошибки, когда мы значения неправильные вставляем? По идее, надо бы их типизировать, да? Создать их классик, да, для хранения широты и классик для хранения долготы. Но тогда получается, что каждый раз, когда мы с вами вызываем этот fetch by location, у нас будет создаваться по два объекта, а мы можем вызывать этот fetch by location, не знаю, 500 раз в секунду. Да, в общем, грустно, это тяжело. Приложение, скорее всего, замерзнет навсегда, пока там сборщик не отработает. Какое у нас есть решение? У нас есть решение воспользоваться inline-классами. Что будет делать inline-класс? Inline-класс — это типа обертки. Для нас, для пользователя языка, это выглядит как класс, а для компилятора это выглядит точно так же, как тот же дабл, какой в нем и лежит. Да? То есть он потом типа распаковывается, и при компиляции это уже не класс, а просто его значение в том месте, где, так сказать, нужно было его применить. Вот. Таким образом, мы с вами имеем типизацию, мы с вами избежали ошибки, а когда дело доходит до компиляции, у нас, в общем, никаких новых объектов не понасоздавалось, у нас все хорошо. Масштаб применения этой штуки просто огромен. Самое, наверное, прикольнее было бы использовать его как типизированный ID, да, для работы с базой данных. Это было бы прям вообще супер. Можно следить за прогрессом. Уже в презентации внизу вот, будет в описании к этому слайдику будет ссылочка. Вот, но надеемся, что они скоро это выпустят, потому что ну, очень приятная штука для дизайна приложений. И, наверное, последней фишкой мы с вами немножко по времени съехали, вот, но здесь у вас еще есть желание меня слушать. Последняя фишка, которая не очень сразу понятна, зачем она нужна, ну, когда читаешь документацию, непонятно, да, а зачем она нужна, понятно становится, когда у вас в бизнес-задаче есть какой-нибудь там сложный маппер или фильтр на стороне устройства, на стороне пользователя.
В общем, в любой ситуации, когда у вас, когда вы в коллекции применяете больше двух методов, да, типа фильтр, map и так далее. В чем разница вообще между sequence и iterable, и обычными коллекциями, скажем так? Обычные коллекции, которые iterable, они, если мы их соединяем в серию функций, например, коллекция у нас, не знаю, list, и мы к ней добавляем фильтр, map, не знаю, еще что-нибудь, а iterable каждым шагом проходит всю функцию, каждый item, и при промежуточном исполнении возвращают новую коллекцию, то есть они ее создают и заполняют. И чем больше у вас этих шажочков, тем больше промежуточных коллекций создалось. Sequence работает иначе, порядок выполнения у него другой. Он берет один item и едет вниз по выполнению всех методов. И только в самом конце, когда все итемы выполнили, все методы наших шагов, создается лист. Вот, что, соответственно, позволяет значительно ускорить процесс. Давайте посмотрим. Sequence надо использовать при больших коллекциях. То есть если вы закачиваете итемы с сервера или еще что-то, если у вас refinement, используйте sequence. Давайте посмотрим на порядок выполнения iterable тоже с официальной документацией. Вот у нас есть какая-то коллекция. Мы к этой коллекции применяем фильтр. Ко всей коллекции прошлись по каждому итему, создали новую коллекцию. Вот в этом месте создалась новая коллекция. И дальше происходит следующая работа в мапе. Происходит какая-то работа, создается новая коллекция. И опять последний шаг, take, создается третья коллекция, да, которая уже наша финальная. И посмотрим на sequence. Sequence начинает с первого итема. Смотрит, проходит фильтр? Не проходит. Если не проходит, все, мы забываем про этот итем, дальше методы не выполняем. Второй итем. Проходит фильтр? Прошел, молодец. Мапим, прекрасно. Забираем. Третий там прошел, прекрасно, супер, отлично. Четвертый не прошел, дальше ничего не делает. И так до конца наших итемов, да, соответственно, для последних трех итемов мы не выполняем эти методы. И в конце мы вызываем toList, и таким образом все запомненные оставшиеся итемы у нас превращаются в коллекцию. Так, сейчас посмотрим, как это в коде выглядит. Ну, допустим, у нас такой метод mapRefinement по префиксу. Проверяем. Взяли лист, вот этот лист map. Прошлись по всем итемам. Создали и заполнили коллекцию из success. Потом взяли коллекцию из success. Прошлись по всем итемам, создали и заполнили коллекцию из success value. Взяли лист из success value, прошлись по всем итемам, создали и заполнили коллекцию из success value из prefix. Вот такие вот шаги. И в sequence, что мы с вами делаем? Взяли лист, взяли первый итем и пошли вниз по списку методов к этому листу. Если первый итем не success, то мы с вами не мапим и не фильтрим. И только в конце мы создаем коллекцию. Значит, если вам не нужны промежуточные значения, да, вот эти промежуточные коллекции, потому что они могут быть вам нужны, можете отображать состояние, да, по каждой этой промежуточной коллекции, да, может быть, у вас такая бизнес-задача. Так вот, если они вам не нужны, если вам нужен только конечный результат, и если у вас методов два и больше, да, и коллекция достаточно большая, лучше использовать sequence, потому что реально работа происходит быстрее. Надо заметить, что sequence у нас быстрее только в том случае, если нам не нужно проходить по всем итемам коллекции. Например, sort нам не выгоден в sequence, потому что нам и так приходится пройти по каждому итему. Да? Ну, допустим, если у нас с вами первый метод будет sort, в sequence и в iterable,
да, и мы к этому сорту применяем остальные методы, там, типа фильтра, мапы и так далее, секвенс будет работать быстрее за счет оптимизации в работе с другими методами, да, которые не сорт. Все, наверное, да. На этом тема у нас закончилась. Жду ваших вопросов. Здесь спросили, как там удаленка в Uber? Прекрасно удаленка в Uber. Я еще работаю на калифорнийское время. То есть я работать начинаю где-то в час дня, в 2 часа дня. Вот, еще ноутбук тебе присылают. Красота. Вот, но сложно. Прям сложно, но очень, очень все строго. Прям документация везде, ко всему. Без документации шага не сделаешь. Вот. Но зато порог вхождения очень такой легкий. Вот, можно где-то пройти несколько там кодлабов и где-то через 5 дней уже понимать проект. Вопрос. Предыдущая работа тоже была на компанию в США? То есть большая разница ощущалась, когда перешла в Uber? Нет, предыдущая работа была на австралийцев. Разница большая, ну, в том смысле, что скоп задач другой. Да, в своей компании немножечко загнивала. Вот, но в Uber вам продохнуть не дадут. Вот. Очень много работы, очень много мотивации. Вот. Спрашивает, есть ли в Uber квоты на покрытие кода тестами? Не очень поняла насчет квот, но в Uber предполагается, что все методы должны быть покрыты тестами. Но прикол в том, что архитектура настолько чистая, скажем так, что писать тесты очень легко. То есть ты реально можешь каждому методу написать тесты. Надо просто делать это. Хочу спросить, был ли опыт с Jetpack Compose? Как впечатление? Был опыт, но для pet-проекта. Вот, у меня есть свой pet-проект, в котором мне наделала вьюшек с Jetpack Compose. Особенно в этом еще не разобралась. Хочу навигацию посмотреть, потому что навигация с Jetpack Compose выглядит очень заманчиво. Вот. Но вообще я за то, чтобы убрать XML из жизни нашей. Вот, поэтому Jetpack Compose. Окей, спрашивает. Сколько у вас обычно ревьюеров в код-ревью в pull-merge-реквестах? А здесь хотела бы сказать, если это затрагивает твои NDA, то можешь на это не отвечать. Если ты можешь, то пожалуйста. Ну, да, я ничего такого секретного не расскажу. Ревьюеров много, очень много где-то. Там всего 300 Android-разработчиков сейчас в Uber в разных местах планеты, так сказать. Вот, поэтому ревьюеры, вы ставите ревьюеры группами, и, ну, тегайте какого-то конкретного человека, который вы знаете, что он прям может взять и пойти посмотреть ваш код. Ну, для апрува достаточно 2-3 ревьюеров, но желательно, чтобы все посмотрели код, потому что там нужно проверить по полиси, что ничего не нарушаем, вот. В iOS, да, такая же чистая архитектура. На самом деле, я рекомендую вам сходите в GitHub, посмотрите в Uber open source проекты. У них есть такая штука, как RIB. Это их прикольная архитектура, которая типа Router Interactor Builder. У iOS точно такая же структура, у Android точно такая же структура, поэтому у нас код одинаковый, скажем так, архитектурно. Говорят, программируя на Kotlin почти 4 года, но некоторые вещи узнал только сегодня. Это нормально? Да, это нормально. Вот, я на самом деле эти вещи узнала, ну, то, как сказать, из книжек. Например, есть такой сайт. Вот, очень, очень рекомендую вам этот сайт. У них есть документы разные. Вот, можно посмотреть к этой академии на медиуме. Так, рассматривали ли переход на Kotlin мультиплатформ? Я не рассматривала. Я лично не рассматривала. Вот, не могу. Нет у меня мнения по Kotlin мультиплатформ. Я туда... Хотела бы сказать, если у кого-то из слушателей есть опыт работы на Kotlin мультиплатформ, то вы можете попросить, так сказать, микрофон, чуть-чуть рассказать об этом.
Это все нормально. Можете сделать это в чатике или же нажать на кнопку «Участники» и выбрать вкладку «Поднять руку». Если есть человек, который может Ивану ответить, то пожалуйста. Угу. Так, здесь я вижу, отправили рипс. Это, видимо, то, как называется на гитхабе вот эти штуки. Да? А я добавлю потом. Угу. Вот. Вот такая отличная штука. Угу. Да, вижу. Прикольно. Ну, понятное дело, что вы не сможете это использовать, если у вас уже есть какой-то свой проект, потому что это прям архитектура, которая особенно не пользуются люди. Вот. Но если вы начинаете свой проект, или если у вас есть педпроект, или у вас есть цель пойти работать в Uber, вот будет круто, если вы что-нибудь попробуете написать на этой архитектуре. Я сейчас смотрю на часы. У нас прошло 17 минут дополнительных с нашего часа. Я думаю, что если у вас есть еще пара вопросов, то мы сможем с Варварой на них ответить. Но если вопросов нет, то мы потихоньку будем заканчивать, потому что наше время уже выходит. Если не купят, то смерть. Я думаю, что это может пойти на цитату нашего вечернего постика. Вот Java пишут. Если не Kotlin, то Java. На самом деле, иногда вот на Java не хватает вот этого котлиновского null-сейфа. Например, если нужно что-то там поправить в Java Classic или еще что-то, прям вот грустно становится, прям слеза падает. Вот. Ну, кстати, Uber можно посмотреть, у них есть в open source, у них есть, по-моему, штуки для аннотаций. Вот, посмотрите, потому что они хорошо поработали над тем, чтобы проаннотировать Java методы соответствующим образом. Так, здесь еще один комментарий пишет Closure. Я прошу прощения за произношение. Вы можете просто в чатике прочитать это слово. Это, видимо, тоже какой-то язык программирования или что-то, да? Открытие каждый день. Да. Вот. Closure на вебе. Ну, вот тут дискуссия пошла по этому. Я даже прогуглю, что это такое. Диалект какого-то языка. Lisp называется. Сам язык, и это его диалект. Интересно. Сейчас я смотрю чатик. В чатике вопросов нет. Всем спасибо, всем хорошего вечера, всем пока. Всем пока.